Добрый день, друзья. Вот следующий этап строительства фундамента, монтирование второго ряда ФБС блоков. Все проходит отлично, погода супер, благоволит. Вот по окончанию монтажа ФБС блоков начнем гидроизоляцию. По проекту заложена гидроизоляция обмазочная в два слоя. Как всегда, радует грамотно сделанный проект, где есть точная раскладка ФБС блоков по размерам, все выходит идеально, никаких загвоздок, трудностей нет. Вот, дополнительно монтируем лозы в полуподвальное помещение, так как отсутствует цоколь, для обслуживания канализации. Вот, также через пару дней будем монтаж канализации осуществлять в подвальном помещении. Соответственно, ждите новых видео. Монтаж ФБС блоков происходит строго с использованием уровня для соблюдения вертикали и горизонтали. Вот. Также наш супер крановщик, который на протяжении недели безвылазно с нами работает, молодец, ему отдельное спасибо. В фундаменте предусмотрена гильза диаметром 160 мм для вывода канализации. Канализация будет монтироваться с промежуточным придомовым колодцем для обслуживания дальнейшего и исключения каких-либо проблем, засоров и так далее. Вывода канализации будет два из дома, соответственно, два придомовых колодца, затем подключение к центральной канализации.